И сидела Мишель в пустой комнате. И ждала. Чего-то ждала. Ей сейчас трудно. И плохо все. И в любви, и в финансах беда. А мечтала Мишель о спасении. Мол, вот вдруг кто-то придет. Возьмет за руку без объяснения. И начнется волшебный год. Как в финале всех мыльных фильмов. Героиня обретает вдруг все. Дорогая Мишель, извини меня, но мы с тобой не в кино. Если хочешь, чтобы жизнь изменилась, не сиди в этой злачной комнате. Я же вижу, искра затаилась. Выбирайся из этого омута. В твоих силах изменить все тотально. И не жди никогда спасения. Не скажу ничего гениального, но ты справишься. Ты волшебник.